И сегодня же участники торжественного собрания единогласно поддержали официальную позицию России по ситуации на Украине и приняли резолюцию. Документ подготовили представители всех региональных общественных организаций. В связи с событиями, происходящими в Украине, бедственной ситуацией в экономике страны, силовым захватом власти, поставившим народ на грань национальной катастрофы, общественные организации Самарской области считают необходимым заявить о своей полной поддержке братского украинского народа. В заявлении также говорится, что самарская общественность считает нелегитимной новую украинскую власть, которая нарушает права миллионов граждан Украины. А губернатор Николай Меркушкин в своем выступлении отметил, что на Украине долгое время отсутствовала обратная связь между обществом и властью. У нас здесь, каждый из нас на каждом своем рабочем месте, у нас здесь в Самарской области, мы должны делать все, чтобы в обществе царило и согласие. Мы могли бы установить очень тесные контакты власти и общества через институты или гражданского общества, напрямую ли к людям быть ближе. Это сегодня абсолютное требование времени, чтобы у нас не расслаивалось общество на слои, которые потом готовы будут пойти друг на друга. Также глава региона заявил, что в случае необходимости Самарская область готова оказать гуманитарную помощь братскому народу.